первой точке нашего судна на мачте «Дрот». Обрабатывал сейчас верхние поверхности вот на этом топе, там, где находится радиолокационная система. И вот, в принципе, за моей спиной радиолокация. Погода сегодня кайф полая вообще, очень тепло. Когда дует легкий свежий ветер, работать, по крайней мере, весело. Особенно, когда лазишь по вот этим поперечным балкам. Очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.